Università Metro, via Agostino de Pretis, Metro Municipio. I'm a sportsman. Sportsman. Грац. Сейчас вон тот парнишка меня сфотал с машинкой, которая тут спряталась. Ее даже не видно, где она. Вон она, видите, красненькая малютка. Но я думаю, что я ее выставлю. Увидите позже. Ну и все, Монте-Санто. На тот замок пробраться очень непросто. Хватит, погуляли, погуляли, да и хватит. Ничего себе не покупал. Вот типа как? Даже мороженое не купил, даже пиццы не купил. Вообще ничего не купил. Это как? Я так умею, да. Просто водичку купил и все. Поехали обратно. Я еще успею напокупаться всего. Отсюда выезжают два поезда, Кумана и тот, который мне нужен. И прикол в том, что мне товарищ мент, условно назовем вот так, сказал, что это не тот поезд, который мне нужен. Ну что ж, итальянцев надо проверять обязательно. Заходишь в поезд, спрашиваешь, этот поезд? Да. Чтобы точно было, спрашиваешь еще у одного пассажира, этот поезд? Да. И только тогда можешь ехать. А иначе так можно и... Иначе так можно и не туда уехать.